Итак, 11-я серия маршрута Москва-Тюмень. Привал, ночевка в Перми. К сожалению, пасмурное утро, не удалось посмотреть город во всей его прелести, красоте. Но это реальная картинка, реальное видео без прикрас. Продолжаем движение. Положение определено. Да, конечно, конечно. Километров за 100 я вас предупрежу. Да, спасибо, спасибо, до свидания. Разобрался с этим радио.
вчера специально поехал на причал посмотреть надпись эту знаменитую. Счастье не за горами. Так ее там нету. Может, там вандалы делали, смерть не за горами. Да ладно. Прямо... Смерть не за горами прилетел? Смерть не за горами, можно писать. Я бы подливали, если бы сняли. Вот, не знаю, ну что мне еще там было? Что-то новости последние дни не смотрел. А давно вообще это сделали? Нет, не счастье. А, смерть? Да. Или вот, только-только. Нет, 3-4, наверное, назад. Вот. Ну, забыл. Там еще вот там. Контакты, надпись. С таким пенсионным возрастом, это, конечно. Сейчас восстановят, да, вернут. Будет повод еще раз вернуться. Связано где-то года 2 назад, может 3, и, ну или могу ошибаться, там детей не теряли, не вызволяли оттуда. Нет, я может путаю, может какая-то другая была. Это, наверное, с Таиландом. Не, ну это Таиланд, это относительно недавно было. Знаешь, там гости приезжали постоянно, это пещера. Интересно. Один раз посмотреть. До этого ни разу не был в таких местах. Там постоянно льды, да? Ну, весной больше. Впереди да. Опасный поворот. Ограничение 40. Поверните направо. Снег тает, образуются эти шестолобки, столбики. Они там подсвечиваются всякими разными огнями. Глаз радует. Там есть озеро, горное. Населенный пункт верхний. Впереди камера. Ограничение 60. Муллы. Теперь осталось позади. Погода пасмурная, поэтому снять Пермь во всей красе не получилось. Трасса М7.
Впереди камера. Ограничение 70. Впереди город. Ограничение 60. Впереди город. Ограничение 60. Далее почти на всем протяжении этой серии в салоне автомобиля играет музыка. Максимально возможно реальный звук я постараюсь вытянуть. Ну а далее будет из фонотеки Ютуба музыкальное сопровождение. И еще такое вот объявление. Сейчас в нашей группе ВКонтакте появился замечательный слайд-фильм «Путника 81-го». Его... Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 70. Его маршрута из Владивостока в Ростов-на-Дону. Потрясающей красоты фотографии. Но это нужно смотреть, поэтому заходите в нашу группу ВКонтакте и смотрите первую часть, первую серию слайд-шоу «Путника 81». Погода не балует. То есть в пасмурную погоду вот этот участок от Перми до Тюмени. Так, сейчас попробую ответить на некоторые сообщения, которые поступили к этому времени. На некоторые Валентин уже ответил. Скорости. Ограничение 90. Александр 7 написал:
отвела бы гнездо огрыза. Кстати, я не увидел ни одной рамки Платона. Это дальнобоем на заметку. Хорошее сообщение. Ядро в своем амплуа. Так, пользователь с логином по России с любовью и не только приглашает к себе на канал. Я непременно этим воспользуюсь и приглашаю всех пользователей посетить страничку пользователя с логином по России с любовью и не только. Ну, далее была дискуссия, снимать или не снимать, вернее, размещать или не размещать видео от Екатеринбурга до Тюмени. Впереди мобильный я мост, скажу так, размещать будем это видео. Ну, тем, кому не интересно, конечно, можете эти серии пропустить. Логин Блонский. Богдан написал, надо что-то решать с музыкальной озвучкой. Так, ну я посмотрел этот вариант. К сожалению, он нам не подойдет, потому что если был бы собственный сайт, тогда можно было бы что-то такое химичить и размещать музыкальные композиции. Но на YouTube этот вариант не проходит. Можете проверить сами. Разместить короткое видео и наложить там, пусть даже с диапазона FM какой-нибудь. Впереди мобильный пост ДПС, контроль разметки. Ограничение 50. Какой-нибудь музыкальный фон, и вы увидите, что моментально придет предупреждение. Другого варианта, как размещать видео и сопровождать фон музыкальными композициями с YouTube, я, к сожалению, пока других вариантов не вижу. Так, ну далее комментировать эту серию заканчиваю. Музыкальные композиции из фанатики Ютуба.
Thank you.